Мистер Брикман, рад приветствовать. Прошу, кофе, чай. Капучино с обезжиренным молоком и корицей. Разумеется. Капучино с обезжиренным молоком и корицей. И воду без газа. Спасибо, Джейн. Мне не приходилось слышать о вас. Это значит, что мы хорошо выполняем свою работу. Что же это за работа такая? Позвольте рассказать вам об Associated Solutions. Наш бизнес родился на заре 90-х, когда в мире появился спрос на специфические услуги для исключительно обеспеченных людей. Мы делаем все. Возим швейцарское мороженое клиентам в Кот-д'Ивуар, нейтрализуем черный пиар, находим звезд первой величины для частных вечеринок. Словом, решаем проблемы. Как и Лондонград, только на глобальном уровне. Куликов, да. Значит так, ты нам еще должен 110 штук. Извини, не округляем, деньги счет любят. Какие 110? Почему? Откуда? Я опоздал с платежом, вот они и удвоились. Так не по своей же вине. Знаю. С виноватыми мы не так разговариваем. Восхитительно. Но, может, скажете, для чего я здесь? Мистер Брикман. Мы испробовали все. Нанимали русскоговорящих сотрудников, летали на консультации в Москву. Но специфика бизнеса с вашими соотечественниками выходит за рамки знаний языка и обычаев. Нас заинтересовал ваш уникальный опыт, ваша клиентская база и ваши, назовем их, творческими методами. Я перейду к сути. Мы хотим купить Лондонград. Вот как? А почему вы решили, что агентство продается? Мы решили, что вас заинтересует 500 000 фунтов. Место 3-5 достал тебе левый руль, как дома. Не без разницы. Оборудование в багажнике. Если сегодня не будет никакого клиента, я реально двинусь 5 дней без работы. Ты же не любишь работать. Работать я не люблю. Я люблю зарабатывать. Гулько позвонил? Петенька, чего-то тебя давно не слышно. Как твои дела? Да все просто замечательно. Ты знаешь, я очень ценю те моменты, когда мне не приходится тебе звонить. Понятно. Пойду на кухню. Если услышишь громкие удары, это просто я бьюсь головой о стену. Может быть, у меня что-нибудь на место встанет. Несущую балку не пробей. Боря, слушаю вас. Миша, ну как вы там? Очень заняты. Сможете подъехать? Наконец-то. Кто клиент? Это интереснее, чем клиент. Жду. Естественно, вся клиентская база, все текущие дела переходят в собственность нового владельца Лондонграда.
А вам, Михаил, предложено место в совете директоров. Вы будете возглавлять восточноевропейское направление. Что с Алисой Степаном? Ну, Алиса остается сотрудницей Associated Solutions, но со Степаном сложнее. Никто легально его нанять не может. Но, с другой стороны, агентство и было создано для того, чтобы решать подобные задачи, поэтому и эта проблема будет решена. Что скажете? Где подписаться? Куликов. Что? Я, кажется, все понял. Вам нужно поговорить. Меня нет. Ты готов вот так просто продать Лондонград? Да, за полляма вообще не задумываюсь. Подожди, мы же только привыкли к этому формату работы. Мы только встали на ноги, а ты просто готов все взять и слить какой-то компании. Какой-то компании? Стоп. А разве это не то, о чем ты мечтала? Выход на глобальный рынок, солидная клиентура, новые возможности, нет? А Степан? Что будет с ним? Получит свою долю, приедет на родину состоятельнейшим человеком. Я не знаю, паспорт себе новый купит, лицензию, кэп возьмет, не пропадет. Алис, ты одна зациклилась на идее Трес Амигос. Лондонград — это бизнес, а не клуб одиноких сердец. И у каждого бизнеса есть своя цена. Я прошу тебя еще раз все взвесить. Давай взвешу! Кейсы за пару тысяч, и еще не гарантировано, что эти кейсы будут. Либо полляма одним махом. Какая сложная задача, дай-ка подумаю. Нет. Одним махом не получится, Миша. Ты что думаешь, подпишешь бумажку и все? Весь Колым тебе тут же ее насыпят? Это не то же самое, что трясти кэш с клиента. У нас на один только due diligence уйдет целый месяц. У нас даже юрлица нет. Месяц. Борис, пожалуйста, пока оформи нас как юрлицо. 4 совладельца, разные доли. Ты, я, Степан и Алиса. Возражений нет? А черт бы вас побрал. Даже за переоформление документов денег с вас не содрать. Кстати, пока мы с потрохами не продались доброму дяде, есть какие-нибудь новые кейсы? Нет, серьезных дел нет. Не серьезно. А оно вам надо? А если клиент платежеспособен, да. Ну хорошо, одна сумасшедшая хочет засудить Алистерс. О, за высокие цены на уродливые шмотки? Нет. За незаконное увольнение, порчу доброго имени и ущерб, нанесенный ее карьерному росту. За что же ее незаконно уволили? По их версии, за кражу нижнего женского белья. Ее слово против слова магазина. Если найдете альтернативную версию, 5000. 5000. 1% от 500 000. Стоит ли подниматься с дивана ради такой мелочи, а? Борис, назначь нам встречу через полчаса в лесе. Вы считаете, что мировое правительство дремлет, да? Не существует. То, что вас обвинили в краже, это, конечно, их происки. Миша, а что? Вы думаете, я не могу приобрести себе пару-тройку трусов? Боже мой, деньги. Деньги. Да, деньги – это энергия. Я могу образовывать ее вокруг себя, вы поймите. Именно поэтому меня и хотят устранить. Мне бы ваши таланты. То... Кроме мирового правительства, заинтересован в том, чтобы вас устранить. У меня много врагов. Но особенно меня тревожил глава охраны. Мужчины часто влюбляются в меня, и когда они не могут достичь того, чего хотят, они буквально сходят с ума. Они такое творят, вы не представляете, это что-то. У меня был случай. Она же больная на всю голову. Несостоявшаяся актриса, но это уже не наше дело. Может, откажемся? От кейса? У тебя другой на примете есть? Ну что, ты идешь к охраннику, а я иду в отдел белья. Нужно поговорить с коллегами нашей девушки. Давай наоборот. Ты к охраннику, а я в отдел белья. А, позвони, если помощь понадобится. Я справлюсь.
сори. Кажется, вам нужна помощь. Извините, я тут слегка запутался. Ищете что-то особенное для своей девушки? Нет. Тогда для себя? Так тоже бывает. Я отведу вас к правильным размерам. Нет, в смысле, да, для девушки. Идите за мной. Чем могу быть полезен? Здравствуйте, меня зовут Алиса Загорская. Наше агентство «Лондонград» представляет интересы Ирины Зайцевой. Она здесь больше не работает. Именно поэтому я здесь. Начнем с лифчиков. Я ношу второй размер. Вам нужен больший или меньший? Ваш размер как раз тот, что мне нужен. Были ли в этом деле другие подозреваемые? Мисс, позвольте сперва уточнить. У вас есть лицензия для проведения расследования? Нет, наша клиентка наняла нас в качестве консультантов. В таком случае я не имею права сообщать вам детали незакрытого дела. Прошу прощения и всего наилучшего. До свидания. Ну что, Виктор Сергеевич, как мне вас уговорить, чтобы вы приняли горизонтальное положение, ну хотя бы на недельку? Может быть, к нам? На Новую Ригу, а? Вы же знаете, отдых для меня единственное, чего я не могу себе позволить. Ну что ж, тогда придется приставить к вам хорошую медсестру, чтобы следила за режимом. Проколет вас, а заодно и проследит, чтобы вы хоть иногда вставали из-за стола. Даже... не возражайте. Сейчас у вас рецессия, но кризис может повториться в любую минуту. Я собираюсь в поездку завтра. Вот по возвращении, может, и продолжим этот разговор. В поездку куда? В Лондон на пару дней. Виктор Сергеевич, это будет путешествие в один конец. Нет, мне нужно помочь дочери. Нужно разобраться. Полетите, и дочь будет разбираться с вашими похоронами. Какой мне был смысл врать ему? К тому же он профессионал, сразу же проверил бы лицензию. Могла бы как-нибудь расположить его к себе. Шарм, это по твоей части. А нельзя было без покупки элитного белья? Это повод вернуться в Алистас. А, ну понятно, девушка понравилась. О чем ты? С размером ошибся. Стойте! Что-то не так. Степан? Был тут кто, что ли? Наверное, уборщица заходила. Не ее день. Потом она не старается остаться незамеченной. Помолчите минутку. Да, Виктор Сергеевич. Ну, что там у тебя? Все по плану, Виктор Сергеевич, работа идет. Я не смогу прилететь, так что ты сам там действуй. Не волнуйтесь, у меня все под контролем. По Данилину новости есть? Отправил запрос своим, ответ будет завтра. Ясно. Про Лису ты понял. Ручаюсь, что с ее головы не упадет ни один волос. С парнем что? Не ручаюсь по ситуации. Выздоравливайте, Виктор Сергеевич, я обо всем доложу. Это мой метод на результат. Называется. А ты дождалась, пока тебя охранник поставил. И? Сегодня вечером я буду знать об Алистере все, что мне нужно. Да ты хоть предохраняешься! Да помолчите же вы, лупа. Hello. Привет. Привет. Вы быстро вернулись. Так совсем. Вы опять к нам? Я к вам как на работу. Вашей девушке не понравилось белье? К несчастью, ваше белье разрушило наши отношения. Не может быть. Что произошло?
Даже не знаю. Она обвинила меня в том, что я выбрал слишком сексуальный комплект, что я ее, как это сказать, объектифицирую. Короче, мы расстались. Бедняжка. Ну, не стоит так убиваться. Все в порядке. Я даже не могу вернуть вам деньги за покупку. Нижнее белье не подлежит возврату. Мне ужасно жаль. Выходит, я зря пришел? Ну, почему же? Да, как раз собирался перекусить. Что отмечаем? Ничего, мы просто здесь как дома. Я подумала, почему бы не позавтракать. Ну да, я уже действительно тут как дома. Ну вот, а в большой корпорации такого не будет. Уж надеюсь. Миша, не продавай Лондонград. Да, если продадимся, завтракать придется бегать в лес. Яйца там, правда, лучше готовят. Если ты, как большинство, считаешь, что контроль над мужчиной лежит через желудок, ты уж больно в обход пошла. Миш, я серьезно. Они же там заставят тебя галстук носить. А по утрам вместо завтрака будут летучки с обсуждением роста показателей. А так как у нас здесь уже не будет никогда. Только если я соглашусь пойти в их совет директоров, что вряд ли. Это ты сейчас сам себе хозяин. Делай, что хочешь. Потом в большой фирме спать с подозреваемыми будет считаться неэтичным. Мы о чем сейчас разговариваем? Ты не знаешь, зачем я создал Лондонград? Значит так, ты нам еще должен 110 штук. Извини, не округляем, деньги счет любят. Какие 110? Почему? Откуда? Ты опоздал с платежом, вот они и удвоились. Так не по своей же вине. Знаю. С виноватыми мы не так разговариваем. Для того, чтобы заработать на выкуп брата, продажа – это самый быстрый путь к нужной сумме. А то, что я делал с Кэмми, это вообще в сравнении идет с тем, что ты сейчас делаешь с моим мозгом. Верните манекен на место. Туда, откуда вы его переставили. На то же место. И пройдите со мной в мой кабинет. Сейчас. Идите. Вы не представляете, как я рада, что вы поймали ее с поличным. Это ложь, вся эта клевета проделала такую брешь в моей карте. А вы не представляете,
как я счастлив был немножечко помочь вам. Вселенная вознаградит вас за вашу помощь. Вот увидите. Вселенная? Да. Вполне достаточно, если вы вознаградите. Да? Да. Конечно. Вы не будете против? Конечно. Моя киска. Это вам от нас. Наличные в конверте? Да. Да еще в мелких купюрах. Да. Прекрасно. Обожаю наличные. Ну что же, было очень приятно. Кто вы по зодиаку? Нет. Дайте-ка я угадаю. Вы лев? Нет, я овен. Какой страстный знак. Жанна! Принеси, пожалуйста, мне кофе покрепче. Вот это скорость. Мисс Брэдли, у меня есть видеозапись, на которой вы снимаете с манекена белье Алистерс, переодеваете его в дешевую подделку с нашими фирменными бирками, а оригинальный товар кладете в свою сумочку. Упоминать, что вы отстранены от работы без оплаты, думаю, не стоит. Но про уголовное дело вам лучше знать. В ближайшее время с вами свяжется полиция. Конечно. Есть и другие варианты. Нет. Что? Да не это, тупица. Твою русскую коллегу? Ирину. Недавно уволили за кражу. За преступление, которое совершила ты. Исправлять эту досадную ошибку, увы, уже поздно. К тому же я не хочу поднимать шумиху. Не хочу исков к магазину и вопросов от всяких детективных агентств. Поэтому вот как мы поступим. Ты дашь показания против Ирины, а я закрою глаза на твой маленький бизнес. Мне эта Ирина никогда не нравилась. О, Михаил, добрый вечер. Проходите, Борис у себя. Ирина на входе встретила, убежала как ошпаренная. Что вы с ней сделали? Ошпарили. Зато денежки при нас, да? На, держи. О, мелкие купюры. Она стриптизерша, что ли, работает? Не завидуйте, молодой человек. А Миш, что ты решил про Лондонград? Будем продавать, нет? Ты не знаешь, зачем я создал Лондонград? Для того, чтобы заработать на выкуп брата. Продажа – это самый быстрый путь к нужной сумме. А то, что я делал с Кэмми, это вообще в сравнении не идет с тем, что ты сейчас делаешь с моим мозгом! Я Алису уже уговорил. Степан возражать не будет. Понятно. Пока. Пока. А вы кому? С дороги. Так вот, значит, где вы скрываетесь? Скрываемся. От кого? От меня, разумеется. Мошенники. С этого места поподробнее. Вы взяли мои деньги и никак нам не помогли. Я требую компенсации морального ущерба. Стоп. Мы разоблачили виновную в краже. Я хочу, чтобы меня услышали.
задом. Ирина, мы всегда рады вас выслушать. Расскажите, что же произошло? Обвинение в силе. Это... Кэмми дала против меня показания. Они все против меня. Все. Я боюсь, что вы правы. Обещаю вам, мы раскроем этот заговор. Но для вас сейчас очень важно оставаться дома. Дома? Ни с кем не разговаривать. Разговаривать? И не давать им повода для провокации. Провокации? Да. Мы добьемся правды. О, Михаил, я рассчитываю только на вас. Только на вас. Мы доберемся до правды. Доберемся до правды. Чего это было? И вот так вот каждый день, до конца, зато вместе, по-семейному. А вдруг Ирина и правда ворует? Такое ощущение, что ей точно драмы в обычной жизни не хватает. Это теорема Рейнольдса о том, как возникает турбулентность на пустом месте. На пустом месте ничего не возникает. Есть исключения. Наша задача – вычислить безразмерную величину, характеризующую отношение нелинейного и диссопативного члена. Как можно вычислить безразмерную величину? Ну так а я про что говорю? У меня идея. Да? Алло, Борис? Да? Вы можете запросить поштучную опись украденного в Алистерс товара? А, ну хорошо. Ну что Боже, еще? Бон аппетит. Приятного аппетита. Я всего на минуту. Знаете, что странно? Все украденные трусы были одного размера, XXL. Что тут странно? Воровка брала нужный ей размер. Вы знаете, что такое трусы XXL? Это парашюты. А обе подозреваемые весьма миниатюрны. Выходит, она воровала на продажу. На продажу она отдавала бы предпочтение более ликвидным размерам. SKS. Да какая разница? Пусть полиция разбирается. Да, тут вы правы. Пусть полиция разбирается. Извините, но вы уронили бумаги. Черт, не могу достать. Опс. И что, в полицию побежишь с этим? Кто тебе поверит? Ирина городская сумасшедшая, сумасшедшая. У меня есть свидетель. Я сам из службы безопасности. Не связывайся со мной. Мы еще посмотрим, чья возьмет. Проклятие. О, ребята, голодные? Угощайтесь. Уже. О, господи, я же ем. Брикман, ты всегда ешь. Что это? Это Волзли, начальник охраны Алистерс. Это он ворвал белье, как видите, для себя. Да, спасибо вам большое за то, что показали мне голую волосатую мужскую задницу. Это очень эффектно. Но этого недостаточно для суда. Необходимо его признание или хотя бы свидетельские показания. А, ну так он же признавался. Только я не записала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Алиса, Алиса. Ну что делать? Придется еще раз ехать в этот Алистер. Расспросить его коллег. Может, кто-то что-то видел, что-то помнит. Кстати говоря, если этот кейс как следует раскрутить с прессой, с оркестром из таблоидов, можно здорово поднять цену агентства. Кто бы сомневался. Таблоиды, или, если хотите, желтая пресса, это важнейший институт британского общества. Тиражи у них в сотни раз больше, чем у какого-нибудь респектабельного Гардиана. Гонорары авторов и удачливых фотографов баснословны. И говорят они о том, что по-настоящему важно для подданных ее королевского величества.
Новая шляпка принцессы Беатрис. Лучше прежней или так же страшна? С кем изменяет Бекхэму Пош Спайс? Ни с кем. У нее булимия. Она лежит в клинике по коррекции веса. Жена Джорджа Клуни. Красавица или чудовище? С кем изменяет Сиенни Миллер Джуд Лоу? Со всеми, включая вашу тетю. Беременна ли каждая известная женщина детородного возраста? Или у нее просто неприталенное платье? Каждую статью сопровождают фотографии папарацци. Лысый, толстый охранник в форме и в кружевных трусах – это как раз по их части. Подождите, мы людям помогаем или сплетни раскручиваем? А иногда, уважаемая Алиса, эти два направления человеческой жизнедеятельности совпадают. Дело не закрыто. Нужно еще раз сидеть в этот Алистерс, как следует поговорить с друзьями этого возле, посмотреть ему в глаза, и, может быть, повезет. Со мной? Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя ее брать с собой. Этот возле теперь ее близко к своему заду не подпустит. Возьми-ка ты нашего Степана. Съезди, спроси, может, повезет. А Алиса останется со мной. Мы попьем чайку, потому что у меня такие замечательные чизкейки. Степан, значит, такое дело. Решили Лондонград продавать. Нашелся отличный покупатель, предлагает 500 тысяч фунтов. Деньги делим на четверых, совладельцев поровну. Что скажешь? 500 тысяч на четверых – это по 125 на ночь. Да, да. Купишь себе новую машину. Я не знаю, или там что-нибудь другое. У тебя еще на домик в Шерфордшире останется. А Шерфордшир – это ведь практически Рязань. Знаю, 125 тысяч – это же проблемы одни. Почему? Вдруг своруют. Ну так ты их в банк положи. Ну так это счет открывать надо. Брикман тебе все откроется. Ну а потом кто ж такие деньжища-то в банке держит? Их вкладывать надо, налоги с них платить. Не-не. Марокко одна. А с работы что будет? Не знаю, новые владельцы будут решать. Ты, может, не продавай, а? Мне работа сейчас нужней. Так, значит, из четырех совладельцев два за, два против. Отлично. Да. Да. Демократия в действии. Да. Мистер Райан Узли, да. Центральный офис службы безопасности Алистерс. Мы в курсе ЧП в вашем магазине. Высылаем к вам сотрудника. Что, прямо сейчас? Я вам звонил. Спасибо, что вы согласились встретиться, не откладывая. Фирме не нужна шумиха. Мне необходимо осмотреть ваше рабочее место. Пройдемте внутрь. Похоже, что в системе видеонаблюдения есть неучтенная слепая зона. Систему установили всего год назад. Нет и дюйма, который мы не просматриваем. Похоже, вот она, эта точка. Покажите мне ее в зале. Риск огласки велик, нам необходимо устранить эту оплошность. И как можно скорее. А до утра это подождать не может? Послушайте, здесь все просматривается камерами. Встаньте здесь, пожалуйста. Хорошо. Тебя мама не учила трусы не воровать? Что? Это Миша Куликов. Работа сделана. Привет из агентства Лондонград.
куртку, сумку, телефон. Зачем? Прослушка на тебя где-то, грамотно тебя сюда довели. Надо вызвать скорую. Без тебя решу. Исчезни быстро. Алиса Загорская из агентства «Лондонград». Да. Суперинтендант Райс, Национальное агентство по борьбе с преступностью. Не возражаете, если я задам вам пару вопросов? А вы не возражаете, если я позвоню своему адвокату? Будьте так любезны, я подожду. Можете рассказать нам о своих взаимоотношениях с агентством «Лондонград»? Что вам известно о связях Лондонграда с русской мафией? Я много что знаю, но я не могу сейчас вдаваться в подробности. Без комментариев. Ирина, по вашему мнению, случай с воровством и нападение на охранника связаны? Я не знаю. Как давно вы работаете в Алистерс? Алистерс для меня это так, подработки. На самом деле я драматическая актриса. Зайдите на мою страничку в кинобазе. Да, и еще, вы все приглашены на мой моноспектакль в пабе «Док энд Дак» на Майленд Роуд. В это воскресенье я буду играть... Обнаженный. Слушай, тут сумасшедшую русскую бабу выперли из Алистерс. И она сказала начальнику охраны русским бандитам группировку под названием «Лондонград». Я через полчаса буду в редакции и успею к выходу выпуска. Еду. Где же ты? Где же ты? Давай это, пей. Вот мед, настоящая манука. От всего помогает. Давай, ешь, Миш. Боюсь, не в моем случае. Ты не ссы, братан, я тебя прикрою. Падай здесь, живи сколько хочешь. Если надо, я себе вообще другую хату сниму. А если тебя видели на входе? Знаю, тебе надо внешность сменить. У папы есть хирург пластический, закачаешься. Приезжает по вызову. Звоним? Другой раз посмотри в интернете, что пишут. Блин! Так и знал. Что? Давай куртку, сумку, телефон давай. Прослушка на тебя где-то. Грамотно тебя сюда довели. Да, я забыл, есть еще одна вещь, которая волнует таблоиды гораздо больше, чем мужчины в кружевных трусиках. Черт, что делать-то? Они теперь у тебя со света живут. Сбегай пока мне, купи дешевую трубку. Не вопрос. Спасибо, что дождались меня, суперинтендант Райс. Теперь моя клиентка готова ответить на ваши вопросы. Мисс Загорская, я прошу вас пояснить мне вашу роль в работе агентства «Лондонград». Я партнер. Что именно делал ваш партнер Майкл Куликов прошлой ночью в магазине «Алистерс»? Моя клиентка не располагает сведениями о том, где мистер Куликов провел прошлую ночь. Алло, мистер Плеппер. Да, все в силе, как я и говорил. Алло. Фу, слава богу, наконец-то ты нашелся. Где ты? Подожди, не говори. Я не собирался отвечать. Вдруг ты меня сдашь? Что? Ты меня подозреваешь? А кого еще, Боря? Ты меня втянул в поиски трусов этой сумасшедшей, она, небось, сама охранника и заказала. Ты меня умолял.
Ты у меня умолял достать тебе какой-нибудь кейс. Я нашел тебе простое элементарное дело на 5 минут. А теперь что? Человек лежит в коме, понимаешь? КОАМ. В коме! Что с Алисой и Степаном? У них хоть проблем не будет? В тюрьму не сядут. За остальное не знаю. Как сложится? Надо как можно быстрее продать Лондонград. После всего, что натворили? Мафиози несчастные. Придумай что-нибудь. Я не Гудини. Я не Гудини! Вот это твой вариант дешевой трубки? Сгонять за другим? Алло, мистер Уокер, у меня для вас предложение. Лондонград за 100 тысяч фунтов, но обязательные условия наличными и сегодня. Да, вы верно поняли. Сегодня наличными. Могу быть у вас примерно через час. По рукам. Извините, но я не знаю, где сейчас Миша. Я хотела бы помочь вам, но не понимаю, как это сделать. Мисс Загорская, ваш партнер Майкл Куликов подозревается в причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. У меня есть ордер на его арест. При определенном угле зрения вас можно рассматривать как сообщницу. У вас еще есть вопросы? Разумеется. Вы приехали в Лондон для работы в агентстве «Лондонград»? Моя клиентка приехала учиться на архитектора. Но ей пришлось отложить поступление в колледж из-за финансовых осложнений. Она изменила свой иммиграционный статус и присоединилась к агентству «Лондонград» уже после приезда. Получали ли вы сообщения от мистера Куликова за последние сутки? Нет. Они не контактировали. Мы не нашли домашнего адреса мистера Куликова. Он жил с вами, мисс Загорская? Not officially. Неофициально. Накрылась, значит, моя работа. Эх. Все накрылось. Вы с Мишей молодые выкрутитесь. Угу. Если не посадят. Обойдется. Надо разобраться, кто на Волзли напал. Надо разобраться, кто на нас на всех напал. Миш, привет, ты чё? У тебя все в порядке? Почти. Он не ест ничего? Это ему полезно. А я все слышал. Деньги за Лондонград пришли? Пришли. Ты сейчас вообще куда? Закончить все это.